В областном центре специалисты проверили, соблюдают ли магаданцы масочный режим. Комитет по работе с хозсубъектами совместно с полицией проводит рейды в общественном транспорте 3 раза в неделю – понедельник, среда, пятница. По словам проверяющих, масочный режим соблюдает 70%. Водители используют средства индивидуальной защиты, когда выходят на линию. Предупреждаем, если не соблюдают, составляем административные материалы. Санкция предусмотрена от 1000 до 30. Первый раз предупреждение. Также специалисты из отдела потребительских услуг проверили масочный режим в магазинах. План таких проверок утверждается мэрией Магадана на месяц. Смотрят наличие социальной разметки, масок, перчаток, чтобы и у сотрудников, и у покупателей их было в достатке. Кроме того, работникам измеряют температуру тела утром и вечером. Проверяется журнал уборки помещения. Уборка должна проводиться 2-4 раза в день, согласно рекомендациям главного санитарного государственного врача. И проверяется социальная разметка. Сегодняшняя проверка, она показала, что все эти меры соблюдаются. Магазины, которые проверили специалисты, все меры соблюдают. Согласно кодексу об административных правонарушениях, тем, кто СИЗы не использует, грозит штраф. На должностных лиц от 10 до 50 тысяч, на тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность, от 30 до 50 тысяч, на юрлица от 100 до 300 тысяч рублей. Ну, две кассы. Пойдем.